Этот видеоролик записан специально для сайта repetit.ru. Здравствуйте, меня зовут Прибылова Алина Сергеевна, мне 20 лет, и я являюсь репетитором по предмету химия. В свое время ОГЭ по химии я сдала на максимальный балл, а на ЕГЭ набрала 98 баллов. Сейчас я обучаюсь на втором курсе лечебного факультета в Московском государственном медико-стоматологическом университете имени Александра Ивановича Евдокимова. Мой стаж преподавания 1,5 года. Я занимаюсь как подготовкой к государственной итоговой аттестации, так и разбором непонятных и сложных тем для школьников с 5 по 11 классы. Меня интересуют как разовые занятия, так и еженедельные занятия. Всегда на первом уроке я выявляю уровень знаний ученика по предмету, чтобы впоследствии составить индивидуальный план для последующих занятий. На каждый урок я задаю домашние задания, которые впоследствии я проверяю. И если есть какие-то ошибки, мы с учеником их вместе разбираем, и если нужно, я их поясняю. Отзывы о моей работе вы можете прочитать в моей анкете. Всего доброго, спасибо, что посмотрели этот видеоролик.